Горят священные награды, листая память давних лет, когда под грохот канонады наш сад был в белый плащ одет. Скажи спасибо лично! Никто не забыт, ничто не забыто! Сегодня, 1 мая, в городе Кингисеппе состоялась всероссийская акция «Сирень Победы», которая приурочена к празднованию Дня Победы 9 мая. Сегодня волонтеры волонтерского корпуса вышли для того, чтобы посадить сирень здесь, на улице Восточной, совместно с молодой гвардией Кингисеппского района, с сотрудниками молодежного актива города Кингисеппа, совет ветеранов был, городской совет депутатов и многие другие. И обычные жители города, конечно. Сегодня было посажено 15 саженцев. Мы планируем с каждым годом, может быть, с каждым даже месяцем досаживать эту аллею. Ко дню города хотим, конечно, досадить полностью всю аллею, которая здесь у нас есть.